Меня зовут Степан Воротилов. Я архитектор. Человек, который построил эти прекрасные торговые ряды. Гуляю я сейчас среди своего детища и просто поражаюсь тому, что творение это все еще стоит. Значит, все правильно сделал. Началось ведь все с того, что мне поручил реализовывать этот проект в жизнь человек, который нарисовал его на бумаге по имени Карл фон Клер. Только вот не учел Клер, что на пути торговли стала церковь. Ну что ж, не сносить же богоугодное заведение. Пришлось, значит, мне вечером сесть и при свечах, по ночам, не смыкая очей, переделывать все то, что нарисовал Клер, которого я в шутку называю Эклер. В конечном итоге, ряд для торговли просто упирается в церковь, а сбоку от нее мы разместим врата. Цвет рядов сделаем под цвет церкви, белыми. По-моему, выглядит очень даже достойно. Немногим позднее, когда дошла очередь сооружать врата, подошел ко мне священник и посетовал, что церковь церковью, но колокольни у нее нет испокон веков. Обещал мне за красивую колокольню каждый день обращаться к Богу о моем здравии. Но как такому предложению отказать? Когда Карл фон Клер приехал осматривать готовые ряды, на нем не было лица. Все, что он нарабатывал и разрабатывал, оказалось не особо-то и нужно. От его задумки не осталось ни малейшего следа. Он хоть и старался держать себя в рамках приличия, складывалось впечатление, что он что-то затеял. На следующий день Эклер подал на меня в суд. Однако, видит Бог, суд все переносился и переносился. И вот, незадолго до назначенной даты, меня одолевает хворь. Заседание переносят, а я лежу в своей комнате, сраженной болезнью. Заседание переносят, пока самочувствие не улучшится. Недели спустя моя душа покинула мое тело. Суд не состоялся, а Карл фон Клер просто уехал. Видимо, на то была воля Божья, чтобы это величественное сооружение было именно таким. А теперь я гуляю среди своего произведения, невидимый простым людям, да продолжаю восхищаться тем, что стоят торговые ряды и по сей день.